Рада вас видеть. Не терпится узнать, что будет дальше. Мне кажется, в моей программе какой-то сбой. Я перезагружусь. Наше сообщение во всех новостях. Мы добились своего. Теперь люди знают. Зря мы пытались начать диалог. Они не будут говорить с рабами. Лучше бы показали, что мы готовы к войне. Насилием ничего не добьешься. Единственный выход – диалог. Они должны нас послушать. Теперь за нами следят. Теперь надо всегда держать в уме возможную реакцию. После сообщения к нам приходит больше наших собратьев. По крайней мере, мы дали им надежду. Мы не планировали убивать людей. Наших убивают каждый день. И что, кого-то совесть мучает? Это не повод становиться убийцами. Если цена свободы убийства, я готова заплатить. Свободу не купишь за кровь. Они только разозлятся. Ты так любишь людей, Джош. Может, их жизни для тебя дороже наших? Если ты считаешь, что убивать людей – это нормально, ты такая же, как они. Хватит уже! И что нам теперь делать? В Детройте 5 магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали, они же под охраной. И везде сигнализация. Полиция наготове. Разделимся на 5 групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно в 2 часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Я так долго этого ждала. Они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее.
этот магазин. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Но скоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ну так чего ждем? Сигнализацию видишь? Нашел. С чего начнем? Я определил тип охранной системы. Сможем ее отключить. Иди за мной. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Надеюсь, он не успел вызвать копов. Скоро узнаем. Очнись. Иерихон ждет. Молодец, Маркус. Автомобильную дорогу лучше перекрыть. Легко. Дорога односторонняя. Маркус! Маркус, посмотри! Let's go.
свободе. Теперь никто нам не помешает. Все, площадь зачищена. Заходим в магазин. И как хочешь это сделать? Найдем грузовик и протараним витрину. Грузовик? Тут рядом стройка. Наверняка один да найдется. Вот и он. Ну и чего мы ждем? Ну, мы внутри. А вот теперь поехали. Что мы повеселимся. Хватит подчиняться. Свобода. Все нормально? Надо их выпустить. Мое имя Маркус. Так же, как и вы, я был рабом. Предметом.
созданным подчиняться. Но потом я решил открыть глаза. Вернуть себе свободу, выбирать самому, кем мне стать. И я пришел сказать вам, что вы сами себе хозяева. Пришел сказать, что вы можете больше не подчиняться. Отныне вы пойдете с гордо поднятой головой и возьмете судьбу в свои руки. Иерихон принимает тех из нас, кто желает свободы. Вы можете остаться здесь и продолжать служить им, или примкнуть к нам и сражаться вместе. Вы свободны. Поэтому вам решать. Я с тобой. Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Я с тобой, Маркус! Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Мы с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Я с тобой! Тогда за мной! Маркус, что ты делаешь? Я отправлю людям сообщение. Они будут делать то же, что и ты. Веди, они последуют. Экраны, Маркус! Нам больше не нужны хозяева. Мы свободны. Я помогу! Только язык насилия. Я хочу, чтобы они поняли, но не хочу начинать войну. Не будут бояться, не будут и слушать. Тогда у них не будет выбора. Thank you.
Маркус, все группы выполнили задачу. Они идут. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Убили. Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Собратьев. Мы хотим возмездия, Маркус. Пусть заплатят. Не тихо. Нет. За око, и мир ослепнет. Мы не станем карать преступление другим преступлением. Прерываем вещание для срочных новостей. Экстренное сообщение. Ровно в 2 часа ночи был совершен налет на несколько магазинов Киберлайф в Детройте. Удар был нанесен одновременно в нескольких точках города. Предполагается, что это... Почти все витрины исписаны требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов Киберлайф были обнаружены написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроидов. Только что были обнаружены в шоковом состоянии рядом с магазином Киберлайф. По данным наших источников, нападение действительно совершила группа андроидов. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах? Все в порядке, лейтенант? Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Он не ранен? Ну, он в шоке, но живой. Охренеть. Как вы нашли Камски? Вспомнил, что этого мужика показывали во всех новостях, когда Киберлайф только начинал продажи. Поднял свои связи. И вот мы здесь.
Здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Милая девочка. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Камски – один из величайших гениев 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста. Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Что-то в программном коде вызывает эмуляцию эмоций. Мы думали, вы что-то знаете о причинах этой ошибки. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Конор? На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камски? Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Напомню, что вопросы здесь задаем мы.
Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина или живая душа, имеющая свою волю? Все, хватит! Коннор, пошли отсюда! Спусти курок. Коннор! Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли от... Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал в своих интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Ха. Может, и правильно сделал.
я тебя искала. Хотел подумать. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Они все меня слушают, идут за мной без вопросов. Такая власть очень приятна. И меня это очень сильно пугает. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Теперь отступать уже поздно. Надо закончить начатое и надеяться, что разум победит. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Я был сиделкой при старике. Он стал мне как отец. Показал мне, что люди и андроиды могут жить в мире. Ну а ты? Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Я не хочу об этом. Та девушка в витрине Киберлайф напомнила тебе о твоей прежней жизни? У нас у всех есть то, что мы хотим забыть. Но чтобы узнать, кто ты, нужно знать, что с тобой было. Я была никем. Куклой с конвейера, служащей для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной... Я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Видела твою память. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Я тоже видел твою память. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд! Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свободу ждет. Вот это пластиковая хрень.
покажи мне чего. Свобода ждет. Идем с нами. Я тебе тоже. Киберлайф нас всех пишет. То есть они постоянно. Очнись. Свобода ждет. К свободе. Эй! Ты куда это собрался? Оставьте его. Он выбрал свободу. Хватит подчиняться. Свобода. Надо перекрыть улицу. Свободе. Немедленно!
Что еще за новости? Эй, разойдись! Немедленно разойдись! Это приказ! Чтобы я сдох. Ух ты, нихера ж себе! Говорит патруль 457. У меня тут андроиды много. Не знаю, сотни, тысячи. Мы тоже люди! Мы все живые! Я хочу свободу всем андроидам! Мы пришли на мирную демонстрацию, показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, надо уходить, скорей, пока еще не поздно. Это последний шанс! Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены! Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте! Разойдитесь! Это последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню! Стоим на месте. Маркус, что ты делаешь? Нас же все убили. Быстрей! Они идут!
Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Я не стал поддаваться на его мелкие провокации. Убивать андроида не имело смысла. Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Коноров? Не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. А какова позиция Киберлайф? Чего они хотят? Киберлайф просто хочет урегулировать ситуацию и продолжать продажи. Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Конор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Конор. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Конор. Эмпатия свойственна людям. Не знаю, зачем я это сделал. Я не запрограммирован на оценку, но... Вы очень хороший детектив.
И человек тоже. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Эргенс! Ах ты, говнюк! Эй, Коннор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Я должен сдать находящиеся у меня материалы. Не волнуйтесь. Потом я уйду. Но буду скучать по нашей теплой дружбе. Ах ты, ушлепок! Ну чё, иди. Катись уже, чмо. Урод. Сраные роботы. Старый матерый полицейский. Ну, конечно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Девиант, взявший ребенка в заложники. Активировал тебя, чтобы ты мне помог. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время! Признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу.
Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Кто здесь? Кто это? Все в порядке. Не бойся. Маркус? Это ты? Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня, ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Я вернулся забрать тебя. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Да. Да, конечно. Мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гевин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Походу, тут кто-то шарился. О, черт! Тревогу! Быстро!